Ну и делай так, чтобы все ахнули. Действуй. Я действую. Мало. Плохо. Больше инициативы надо, понимаешь? Душевного огня, понимаешь? Все рухнуло, бабушка, все. Что рухнуло? Землетрясение было, что ли? Ты знаешь, этот бюрократ Чучелов заморозил нам стройку Дома культуры. Какой Чучелов? Не знаю такого. Зав. Стройконторой. Так это Чулков, а не Чучелов. Именно Чучелов. Такой был у ребят энтузиазм, и он взял и отложил на четвертый квартал. Что, энтузиазм отложил на четвертый квартал? Я до Москвы дойду. Что, жаловаться будешь? Валяй, жалуйся. А дело от этого сдвинется, дело дальше пойдет. Ему там мозги вправят. Должны нам закончить Дом культуры. И пускай кончают точно и в срок, вот. Ну, допустим, ему вправят мозги к четвертому кварталу. Но ведь дело от этого не пойдет. Дело-то будет на месте стоять. Ну, а что ты от меня-то хочешь? Что ж я, по-твоему, вместо организации лекций, кружков, концертов, сама должна полы настилать, да? Стенки штукатурить, потолки красить? А почему бы и нет? Ты художница, прекрасно выкрасила оконные рамы. Это не мое дело. Нет, это твое дело. Нет, не мое. Твое дело. Энтузиазм где твой? Ручки боишься приложить. И потом ты ж не одна. Привлеки широкий актив, понимаешь? Зажги людей. Спасибо тебе. Я уже твоего совета послушалась. Попыталась новых людей привлечь. Что ж, не пришли, что ли? Пришли. Пришли, набезобразничали и ушли. И еще других с собой увели. А у меня работали бы. Да? Да. Попробовала бы. И попробую. И попробуй. И попробую. И попробуй. И попробую. Ваня, ну подумай. Ну подумай о своем будущем. В дворники пойдешь, не справишься. В ночные сторожа слишком ответственно. Ваня, пожалей себя. Нету! Нету у меня, нету! Чего у тебя, растяпы, нету? Ничего у меня нету. Рабсилы нету. Не хватает? Растем. И что ни день, то новости. Сегодня электростанция, завтра элеватор. И все срочно, чрезвычайно, безотлагательно. И все за горло. А ведь у меня запасного горла-то нет. Материалы давай. Какие? А вот какие. Арматуры, трубы, тройники, крестовины, цемент, олифу, мел, обрезной доски. 5 кубометров, мой дорогой. Это зачем? Сами достроим. Без твоей рабсилы. Ангел вы мой! Да ну тебя под халим. Уйди. Ну, Ваня. Че? Материалы дашь? Дам. Все дашь? Частично все. Ваня, частично или все? Все частично. Молодежь? Хочет досрочно Дом культуры достроить. Очень хорошо. Я с ночного обхода. Дай мне поспать. Ты знаешь, как они этого добиваются? Ну. Заседают. О, старая знакомая. Как идут дела, директор? Сергей Васильевич, извини, пожалуйста. Сергей Васильевич, я наделала массу глупостей. Бывает. И когда у вас была, помните? Отказался от монтажников. Ну, помогите, пожалуйста. Поговорите с ними. Отличные ребята. Они вам не откажут. Нет, мне откажут. А вам не откажут. Ну, жаль, голоса у меня нет, сама бы спела. Это возмутительно. Пусть ты, Иван Ильич, взялся помочь и не можешь одного уклониста организовать. Елена Тимофеевна, я вас прошу совершенно не беспокоиться. Вы его увидите тут, при свете рампы. Не верю я тебе, стиляга. Ку-ку. А что это у вас за привычка, молодой человек? Умирать при каждом удобном случае. Нам только, братцы, за дело взяться. Оно само у нас пойдет. А то похоже, что молодежи еще дадим очко вперед. Ничем. Ничем нельзя таким, как мы, остановим. На дело деловые, на шутку заводные, в общем, люди неплохие. Люди золотые, люди мировые, если скромно говорить. Где труднее, туда скорее. Недаром вас зовут всегда. Путя в которых еще есть порох, и в жилах кровь, а не вода. Ничем, ничем нельзя таких, как вы, остановить.
шутку забавные. Ну, в общем, люди неплохие. Люди золотые, люди неправые. Если скромно говорить.